самое важное, пожалуй, на этом этапе – качественно провести отбор. Мы должны быть уверены, что именно самые лучшие, самые достойные наши молодые лидеры смогут посетить фестиваль в Сочи, познакомиться с 20 тысячами своих сверстников, такой же молодежи, активной со всего мира, что очень важно, не только с России. Более 10 тысяч человек приедут со всех континентов земного шара. И, конечно, это общение, это международные мероприятия, очень важное для развития и нашей страны в целом, и нашей области, нашей молодежи. Специально для отбора лучших участников создана конкурсная комиссия, которая состоит из компетентных людей в сфере молодежной политики, которые уже много лет этим занимаются, и они уже будут оценивать тех претендентов, которые подали заявки и прошли все тестирования.